начинаем категорию плюс 100. Копия справа. Побеждает. Здесь горошек. Так, культура где? Так, Александр Мукяна, Липуса, Сес, Аллигатор. Микуша Саратян. Микуша. 17 лет. Фола и Ультура Вейл. Ультура Вейл. Ультура Дмитрий Вейл. Сейчас пара будет следующая. Абаби Бумиту Трифа. Трифон побеждает.
Опря Кунтян. Илья Опря. Александр Кунтян. Ильян Опри легко побеждает. Саракян Культура. Затем Балан Горош из Викова. Дмитрий Унтура побеждает. Следующая пара у нас Балан Горош. Игорь Балан. Сергей Горош. Представители клуба Body Bomb Аба. Друзья, товарищи. Балан повезает. Так, стой. Идет брат на брата. Музыка, музыка. Андриан музыка, Мариан музыка. Аллигатор. Сет. Марьян выигрывает.
11 человек. Требует сантуры бороться опять. Василий проходит дальше. Сейчас Мультяна Сарачан. Получает Мутян. Мутян побеждает. Сейчас будет Игорь Балан и Марьян Узыка. Молодой парень, которому 17 лет. Баланс слева. Проиграл музыка Маринар. Вот сейчас кто проигрывает, опять пополам проигрывает. Проигрывает Игорю Балану. Вылетает у него. Сейчас наша пара знакомая. Нет, не наша пара. Сейчас Дмитрий Трифон и Василий Афичук. Культура через одну стейку будет. Алло.
два фола и Василий выбивает. Очень настроен парень. Да, действительно, это обидно. Настроен, видно. Кто не расстроится? Поднялся на медаль. Сейчас мы тебя на баланс. Мунтяно побеждает. Балан вылетает. Дождались. Дмитрий Интура, Титан. И Ян Попа. Кобра. На уровне головы. Да, все-таки не получается. Попри побеждает. Thank you.
Мексикана полетает. Борьба за выход в финал. Три финалиста у нас наконец. Все, три финалиста. Он тоже один. Все, все. Дима бросает. Финал. Все-таки на правую руку у нас лучше получилось. Сейчас ждем финала. Я отключаюсь и уже будем в финале. Там у нас три финалиста. Два. Все, у нас финалы. Финалы. Все, не будем это сами переключаться. У нас финалы. Кристиан Чибан и Юрий Кисенко. Юрий Кисенко занимает второе место. Всем его поздравляю. Но это, конечно, максимально, что можно было достичь. Сейчас у нас категория 60. И потом 65 у нас будет. Тоже нас было будет. А, уже 65, там 62. Финал.
Va fuori. Сейчас суперфинал. Суперфинал. Зубенко не проиграл, поэтому у него дается еще один шанс. Поменялись местами. Победитель слева. Грамм для храбрости. Фол. Все, не... Спартаны, золотой медаль твой. Давид, супер! Так, еще он тур остался. Так, финал категории до 70 килограмм. Андрей Курус. Андрей Курус, Валерий Соколев. В этом году будет иностранный чемпион этой категории. Есть второе золото. Даже третье получается. Жестко. Переходим к категории 75. Никита Харчев и Василков. А Балта на третьем месте здесь. Мощная категория.
напевняю, категорія 85 кг. Какие-то карты поставляют ручками. Продолжается все тот же дух. Все-таки я ошибся. Василков чемпион. Все. Прокопчук Андрей Мамин. Так, похоже на тренировку. Даниил неожиданно победил. Шутка, конечно. И все-таки ребятам дали отдохнуть, у них будет суперфинал. Василков и Никита Харчо. Сейчас будет другая категория, а потом переходим к категории плюс 85, а там возвращается 75. Олег Кудрян побеждает. И у нас возвращаются ребята 75. А сейчас категория будет до 90. Филков Мараро. Оленик занял Александр Оленик. Третье место Андриана Оленик. Четвертое место. Пятое место Зубряна. Хочу сказать, что ребята очень успешно выполнили. Пол. Кому только.
встретил мораль. Филка представляет по кинуху Бандай, кстати. Похоже, он получил травму. Смотрите. Да? Марару становится чемпионом. Или еще будет. А, получается победа, но это опять суперфинал. Перед нами выступали 4 пары, которые где был суперфинал. И надеемся, что уверены, то, что Унтура попадет в суперфинал. Все его как? Тима быстро сделал! Не разрывайся! Засыпай, попри! Финал категории 100 килограмм. У нас есть чемпион, он стоит рядом, стоит Ардуров. Сейчас болеем за Дмитрия. Долгие приготовления. Thank you.
шанс. Еще один шанс. Вот сейчас. Да, да. Второе место. Блин, ты смотри на него. Прям первое место. У нас 3 человека заработали золотые медали. Это большой прогресс. И 3 человека серебряные медали. И 2 бронзы. Так, вот это интересно. Васильков, Харков. Возвращается. Это суперфинал. Василков, Харчев. Да,
Я уступал. Марару. Марару. Чемпион. Категория Дагинаскара. В общем, на правой руке это хорошо выступили. Я очень рад за ребят. Есть даже золотая медаль. Да. Все. 47 минут.